Вот такие у меня музыканты, танцоры. Вот эти ребята сейчас пришли и прямо в ЦУМе, в торговом центре, проведут флешмоб, посвященный Международному дню танго. Вот они еще пока не переодевались. Ребята, это один из моих любимых танцоров. Итак, что вы сегодня будете танцевать? Сегодня по такому замечательному событию Дню танго, конечно же, только танго. Гляньте, какие красавицы пришли танцевать. Вау, это музыканты. А вы будете играть им, да? Чтобы они танцевали танго. Все, супер. Это здесь будет, да? Прямо вот здесь. Ребята, это наши музыканты, оказывается. А это красавицы-скрипачки наши, ребят. Смотрите. Вот они сейчас дадут джазу. Сыграют танго. Правда, красивые девочки?